Ремонт батареи Asus ROG A42G750. Ноль, четыре, двенадцать, шестнадцать. Датчик температуры. Напряжение нормальное. Посмотрю, какое с нагрузкой. Емкость первой пары аккумуляторов 1981 миллиампер. А должна быть 5900.
Емкость второй пары 1851 мА. На третьей паре разрядка длится только 2 минуты, а напряжение уже упало до 3,1 вольта. Емкость третьей пары 1508 мА. На четвертой паре за 1 минуту напряжение упало до 3,1 вольта. Емкость четвертой пары 468 мА. Эти 4 аккумулятора установлю в держатель и временно подпаяю их к плате. Подпаял, проверю. Отсоединил плату от основного блока аккумуляторов. Разбирать лучше только один блок, чтобы потом, глядя на второй, собрать первый. Получились такие пары. Вместе будет 6700. И тут будет 6700. Паял одну часть. Спаял две части. Плату припаял на место. Теперь дополнительные аккумуляторы можно отсоединять.
Заклеил скотчем. Работает. Купил новую батарею. Два раза разрядил и зарядил ее в ноутбуке. Батарея держит 1,5 часа. Указанная емкость 5200. Хочу замерить, какая реальная емкость. Плюс и минус отмечены. Напряжение на аккумуляторе 16,28. Емкость оказалась 3600 мА, но цифры не покажу, потому что плата защиты отключила аккумулятор. Зарядное устройство начало ругаться, что аккумулятор исчез, и все сбилось. Но за несколько минут до этого было чуть больше 3500. Сейчас на аккумуляторе 0 вольт. Подключил к аккумулятору блок питания и потихоньку начал поднимать напряжение. Когда аккумулятор начал брать заряд, отсоединил его. Теперь на аккумуляторе есть напряжение. Установлю его в ноутбук на зарядку.